Многих женщин сыграла артистка Елена Степаненко. Так что можно сказать, что я знаю многих. Это и характер, и судьбы, и профессии, и семейные обстоятельства, и одна из самых главных проблем. Где же ты, суженый, ряженый? Как тебя отыскать, да не ошибиться бы? Неужто идти на танцы? На дискотеку? Девушки 30 лет пришли на танцы. Зин, как я выгляжу? Как вчера? Жаль. Я сильно хорошо позавчера выглядела. Ай, что-то не приглашает никто. Ай, дари-дари-дала. Я тоже думала, прям с дверей начнут кидаться. Ай, дари-дари-да-да. Чем с тобой на эти танцы приперлись? А, и музыка дебильная, и мужики такие же. Глянь, глянь, одна мелочь шастает. Ой, я ж его у себя под грудью не разгляжу. Че он там делает? Че? Пусть что хочет, то и делает. Ну ладно. А вон, посмотри, какой очкастый. Вон, вон, очкастый стоит. Ничего. Ай, только на дебила похож. А что, Зин, среди дебилов тоже симпатичный бывает. Ай, дари-дари-дари. А он какой волосатый, глянь. Ой, мама, какой волосатый. Зинка, представляешь, ночью проснешься, а эта волосатая рядом лежит. Чё? Пусть лежит, охраняет. Ну ладно, ай, дари-дари, Зин, ты куда? Ты сейчас с этим волосатым танцевать будешь? Зин, да ты чё? Да я бы не в жизнь. Зин, да я... Да куда пошла? Глянь, 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 пошла. Ой, пошла. Ну, была же уже замужем, а? Целую неделю была. Ну, дай другим теперь сходить. Нет, тоже на танцы ходит. Я не могу. Зин, ты чё так быстро вернулась? А? За волосатым пришли жена и тесть тёщи? Это вон те вон? О, Зин, ну ты теперь готовься. Как, к чему? Волосатое тело опознавать. Зин, ты вот меня прости, я на тебя не намекаю, я просто так спрашиваю. Вот почему мужики танцуют только со страхолюдинами, а? Не, я на тебя не намекаю, я вообще говорю, смотри, две красавицы у стены стоят, они что вытворяют-то, Зин? Слушай, Зинка, я тебе рассказывала? Ну ты помнишь, я по объявлению с мужиком-то знакомилась? О, он мне вчера телеграмму прислал. Пишет, коротко о себе, 120 сантиметров. Я всю ночь думала, где? А потом думаю, какая разница? И так все равно не подходит. Ай, дари, дари, дала, ай, дари, дари, да-да, ай, дари, дари, дала, дари, 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 да-да. Ой, Зинка, что с тобой на эти танцы приперлись? Ой, ну все дебильное. Музыка, мужики, все дебильное. И этот, смотри, очкастый дебил смотрит на нас. Глянь, глянь, уставился. Зина, он к нам идет! Зинка, что делать-то? Как я выгляжу? Как вчера, позавчера? Ну ты дура, Зина! Ну что, если пригласить, с какой ноги начинать? Я ж последний раз танцевала в сентябре, еще на день рождения у Верки. С кем, с кем? С Веркой! Зин, ну что, с обеих, что ли? Зин, да... да... А, он мимо прошел. А, я его рассмотрела. Он дебилен не только в фас, но и в профиль. И затылок у него тыковкой. А, наверное, в туалет пошел, Зин. Какой он маленький, как бы его там не смыло. Слушай, ну я не знаю, чем мы с тобой пришли. Лучше в кино пошли, Зин. Слушай, а что это за грохот, а? Что за грохот? Ой, ой, глянь. Танька Булыгина выплясывает под грохот собственных костей. Я не могу. Ой, ну не женщина, а скелет на субботнике. Зин, ты не знаешь, чего она наших мужиков охмуряет, а? Чего они от нее так балдеют? Уже 4 мужа набалдеют, она тебе 5-го ищет, глянь. Ой, ну я не могу, Зинка. Зинка, посмотри. Посмотри, какой насастый пришел. Зинка, смотри, точный Бандерас. Таких мужиков Зинка в Испании называет Бандерас. А, знаешь, как их называют? Их называют, как же их называют, Зинка, мачо. Представляешь? Слушай, что было? У нас тут во дворе один мужик хвастался, что его жена тоже называет мачо. Мы уши развесили, стоим, слушаем. Здесь жена из окна вылазит, говорит, а ну иди домой, чмо. Ай, дари, дари,
глянь, глянь, очкастый вернулся. Не смыло его там. Ой, ну полный дебил, глянь, и брючки дебильные со стрелочками, стоит на нас уставил. Слушай, а как Вовка себя чувствует? Нормально? Ну и хорошо. Да неправда, Зина. Да неправда, я им только два ребра сломала. Остальные 8 мы сломали в больнице, когда гипс накладывали. А не надо было везде руками-то лазить, Зина. Ой, глянь, глянь, это опять уставился, идет сюда. Зинка идет, что делать? А здрасте, очкастый. Ой! Здрасте, мужчина, вы к Зине? А она не танцует, вы ко мне? А я не знаю, я сейчас спрошу. Зина, я танцую. Да, мужчина, я танцую, но только медленная. Хотите пригласить? А мне 29 лет было уже давно. Не имеет значения, а мне туфель жмет. А, на руках понесете? А я одному 2 ребра сломала. Правильно сделала? А... Че бы вам о себе еще такое хорошее рассказать? А, вы знаете, я это во сне одеяло сбрасываю, брыкаюсь и открываюсь, вся. Не страшно? А я давно вас, мужчина, заметила. Вы только вошли, я думаю, ой, какой дебильный. То есть какой у вас мобильный? Вы идете, я думаю, какой красивый мужчина. Руки, ноги, затылок тыковкой. Ой. А вас как зовут? Саша? А, Суралмаша, да? Здрасте, Саша. Саша, вы знаете, вы прямо светитесь, отраженный светом моей красоты. Саша, а чего вы все по сторонам-то смотрите? Все самое красивое в этой жизни для вас, это вот оно, туточки, Саша. Ты только руку протяни, и все. Для меня нет тебя прекрасней. Ну, протягивай же, Саша!